Если у вас очень много дел, и вдобавок ко всему нужно приготовить незабываемо вкусный десерт, тогда этот видеорецепт для вас. Настоящее шоколадное облако, без муки и без мук. Как и все рецепты на канале «Дома вкусней». Присоединяйтесь, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеорецепты вкусной домашней еды. Ингредиентов здесь немного, готовится очень легко и быстро, результат потрясающе вкусный. Соединяем шоколад и масло и растапливаем вместе на водяной бане или на медленном огне. В растопленную массу вливаем маленькую порцию крепкого кофе и хорошенько размешиваем. Кофе усиливает вкус шоколада, делает его более интенсивным и многогранным. Шоколадную массу отставляем в сторону, она должна немножко остыть, потому что мы будем смешивать ее со взбитыми яйцами, и нам сладкая яичница ни к чему. 4 белка со щепоткой соли взбиваем в миксере, а 4 желтка тоже со щепоткой соли взбиваем ручным миксером или венчиком. Добавляем в желтки коньяк и ваниль и продолжаем взбивать, пока желтки не посветлеют. Белки взбились до мягкой пены, и теперь в несколько приемов добавляем сахарную пудру и взбиваем белки до устойчивых пиков. Соединяем желтковую массу и шоколад. Шоколад должен быть приятно теплой температуры. Это максимум 45 градусов Цельсия. Белки отлично взбились, и теперь их нужно в несколько приемов деликатно вмешать в желтково-шоколадную смесь. Смешивайте аккуратно, но тщательно, до полной однородности. Получившуюся массу вливаем в форму для выпечки. Я использовала пергамент, который предварительно скомкала для максимальной пластичности. Отправляем заготовку в предварительно разогретую до 150 градусов Цельсия духовку. Режим вверх-низ без конвекции. Выпекайте 45-60 минут в зависимости от вашей формы. Проверяйте готовность деревянной палочкой. Палочка должна быть сухой после прокалывания десерта. Готовый десерт охладите сначала до комнатной температуры, а потом отправьте в холодильник на 12-24 часа. Поверьте, это важный пункт рецепта. В холодном виде этот десерт согреет сердце любого, кто его попробует, и оставит самое приятное впечатление.